Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Battle Legion Ярость стихий. Так, заберем опыт. Так, автоспин и плюс монеты. За рекламу можем получить персонажа какого-то. Ну и кто нам тут выпадет? Это стена. Да. Ну что, сундук, чем порадуешь? Изумруд, 517 монет, спасибо. Копейщики. Угу. Зомби, друзья мои, можно прокачать, кстати. И мастерица клинка. Плюс собачки. Так, слушай-ка. Зомби это хорошо, мы же их можем прокачать сейчас. В плане, а почему это у меня нету здесь камня? Камня силы. Так, немедленно убивает цель, если у нее осталось понятно. Увеличивает силу атаки 25%. Улучшим. Для начала 6 уровень. Так, вот это что такое. 25% шанс оглушить цель на 3 секунды, будучи атакованным в ближнем бою. Снижает весь получаемый урон на 25%. Вот это, я думаю, наверное, будет лучше. Или подожди. Да, наверное, вот это сделаем. Отлично. Монет, конечно, у нас с тобой осталось 188, всего лишь, друзья мои. Ну что, посмотрим, что у нас тут. Сезон закончился, да? Охотники за головами. Так, уничтожить отряды и воины с помощью отряда мастеров клинков. Изумруд, но он мне как-то не нужен особо. Ладно, это мы не будем с тобой делать. Босс повержен. Сундук? Ну-ка. Так, путь охотника бездны. Пройди клановый рейд. Зеленые фрагменты. А что это такое? Синие фрагменты. Красные фрагменты. Золото почти 1000. Редовый эликсир. Артефакт. Друзья мои, штандарт древнего защитника. Когда ваш отряд находится на своей половине поля, он получает на 15% меньше урона от дальних атак. Радиус его стрельбы увеличивается на 1. Так, что-то мне хотят показать. Вы нашли свой первый артефакт. Давайте найдем ему достойное применение. Артефакт можно заработать в клановых рейдах. Каждый артефакт уникальный. Так, уникальным образом усиливает вашу армию, а его эффект можно повышать дополнительно. Вот оно что. С помощью красных, зеленых или синих фрагментов, в которых можно добывать в рейдах или выменивать в лавках, вы можете повышать уровень артефакта. После 10 повышений уровня артефакт можно улучшить в процессе вознесения. Так, когда ваш отряд находится... Ну, это понятно. А как мне, ребята... Секундочку. Новый уровень. Не хватает ресурсов, синих артефактов. Твою налево. Я теперь понял, для чего нужны красные, синие. Все понял. Ну ладно, друзья мои. Ну, по идее, должен быть новый босс тогда. Рейд. До следующего кланового рейда 1 день, 10 часов. 50 гемов получили. Так, у нас здесь ничего нету на халявку? Нет, конечно же нету. Во, повозку, бесплатно. 15 осколков отряда. Какие? Копейщики, 12 штук. И новая награда, ребята, это у нас повелительница смерти. Мощный отряд ближнего боя, способный обращать останки павших воинов в скелетов и предотвращающих исцеление всех отрядов внутри своей ауры. О, даже как. Так, ну-ка подожди, армия, я же могу ее прокачать по ходу дела. Денег у меня достаточно, ну-ка. Где она? Ну, ее надо нанять для начала. И улучшить. 175 к атаке. Повелительница смерти. Тут этих можно еще улучшить. А у них сколько атаки? 46 всего лишь. Заманчиво, друзья мои. Очень заманчиво. Так, голема. Его практически многие кто использует, ребята. Какого он уровня сейчас у меня? 3-го, да? А мне не хватает денег. 600 до 4-го левла.
сразу открывался бы камень для него. Ну что, пока оставим как есть. Ну что, друзья мои, вперед. На бой. Поехали. Ох ты, ёк-макарёк. Во-во-во-во-во-во-во, смотрите, смотрите, смотрите. Они меня... Да ладно. Нет, тут победили мы. Должны победить мы, еще раз говорю. Блин, псы эти. Слушай, что такие они мощные-то у них, собаки эти? Скажи-ка мне на милость. Так, сейчас это пугало долеталось, все, подбили. Ну что, начало неплохое, я тебе скажу. Двигаемся дальше. Ай, есть, но не взорвали мы этого, к сожалению, так. У него слишком мощно прокачаны псы, вот что я заметил. По-моему, ребята, нас тут... У него еще и голем. Ай-яй-яй-яй-яй, и две башни с лучами. Вот это плохо. Твою налево, куда же ты сунулся-то, а? По-моему, тут нас раздавили. К сожалению. А знаешь, почему раздавили? Потому что я сам сунулся на их территорию. Мне не пробить вот эту ауру. Но мы боремся до последнего. Слушай, мы выиграли. Как ни странно. Замечательно. Меня это устраивает. Так, тут можно гемы еще, кстати, заработать за рекламу, но пока не будем. Ох ты. Ну-ка. На тебе. Эй, башню сломаю сейчас. Давай, давай, башенка, держись, родная моя. А тут-то кто у него? У него тоже здесь зомби плюс метатели, я смотрю. Куда же вы бежите-то? Слушай, эти черти меня достали, ты посмотри. Мы, как всегда, как эти медляки. И это несмотря на то, что, ребята, у нас зомби 6 уровня, прокачки. Сможем мы здесь одолеть? Слушай, по-моему... Давай-давай, лучи, есть. И башню мы эту запинаем. На соплях выиграли. Так, по 20 опыта... Ага, вот еще что. Слушай, забираем награды. Так, ребята, нам достается еще 45 призраков. Тут следующая награда 1280 монет. А потом какой-то, я не знаю, огненный... Огненный чувачиха. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. У нас 210 монет. Наверное, не хватит мне прокачать, да? Моих этих... Где они у нас находятся? Это нежить. Где ты? Вот они. 300 нужно. У них, кстати, атака очень неплохая. 307. Плюс их будет уже не 5, а 6. Я, кстати, до сих пор даже не посмотрел, как они там орудуют. Если честно, надо глянуть хотя бы. Ох ты, все сконцентрировано здесь. Смотри, они прекрасно, ребята, знают, что делать. Они сделали защиту. У-у-у, все, вот тут им крышка. Мы уничтожили, да? Так, а у него здесь стрелок еще есть. Вот этот хитрый, который пробивает весь отряд. Но мои зомби, смотри-ка, очень хорошо держат позицию. Но вот этот артефакт, что мы с тобой получили, он лучше, конечно, действует на нашей территории, чем на вражеской. Вот это вот, ребята, это как бы дополнительный опыт, что ли, я не знаю, идет сверху. Так, 222 монеты. Нам нужно 300, да, чтобы прокачать. Смотри, опять концентрация. Ассасин. Где? Вон они. Их не вижу. Вот. Фига они. Вот это они отвлекли меня сейчас. Да ёк-макарёк. Еще и паучье гнездо стало работать. Тут, походу, проиграли. Ну да, ребята, скорее всего, так оно и выйдет. Зомби, зомби, когда вот, ребята, мы на своей территории, у нас идет, не забывая, дополнительная защита и все тому подобное. Но эти же говнюки сейчас, да, они же лезут на его территорию. И тут мы с тобой сфейлились. Ну-ка, давай еще разок. Сейчас будет бубух. Ё-моё. Друзья мои, катапульта.
Чего? Просто сносит отряды, друзья мои, просто в хлам. Блин, как же меня этот голем бесит, а? Я не могу, просто раздражает и все. Хоть трясти, вот это вот его бить, потом он еще плодится на эти осколки. Ну что, и что у нас тут остается? Да ничего, нас тут размазали, вот и все. Из-за этой катапульты, потому что она все мои войска разбомбила. Слушай, есть ли смысл в этой башне? Может ее убрать, а? Как-то она уже не актуально, ребят, себя ведет, если честно. Так, псы. Псов мы... На своей территории мы тут хорошо, конечно, бомбим. Алхимики, давайте бомбите. Кстати, да, я про деда-заморочника забыл. Может быть, его вернуть в команду? Так, ну-ну-ну-ну-ну, давайте вот это вот все, мы ее подбили. Так, зомби идут. Так, метатели, отлично. Слушай, здесь победа. Прекрасно. И 70 сверху, да, идет? Так, друзья мои, мы что-то заработали. Нет? Нет. Это была ложная тревога. А, сундук. Вот оно что. Так, начать открытие. Ну, давай поставим разблокировку. Так уж и быть. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Он уже даже вот этого себе заработал. Это, ребята, тоже как голем будет сейчас делиться. Трындец. Смотри, 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 сколько их. Ё-моё, богатыря уничтожили моего. А, у них аура еще здесь. Вот оно что. Так, если они сейчас сунутся. Давай, 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 родные мои, дожимайте. Не, нифига не получится. Их щит спас. Вот это вот не лучница, которую прикрывает щитом. Ёк, макарёк. Здесь еще не легче. Слушай, по-моему, собаки уже тут не актуальны, если честно. Что-то они не успевают здесь, ребята, никуда добежать даже. Смотри, еще эти ассасинки лезут. Пока наши тут друг друга перетирают, наш отряд уже все, ребята, стерли с лица земли. Как вы медленно бомбите, а? Они живучие, я ничего не говорю, ребят, но они такие медлительные, эти зомби. Все, фейл. Слушай, по-моему, надо что-то нам менять. Что-то нам нужно менять в нашем отряде. Вот эти вот копейщики вообще, ребят, не актуальны. Может быть, нам убрать пару отрядов и поставить... Если я уберу собачек. И, например... Вот эти, я тоже что-то, честно говоря, не особо увидел, чтобы они тут боролись яростно. Так, вот сюда вот поставим. И вот так вот. Вообще, можно, знаешь, что сделать даже? Можно принять бой именно на нашей территории. Давай попробуем так сделать. У нас все-таки бонус идет. Так, лучники, давайте-ка мы вас отодвинем. Вот сюда. И просто посмотрим. Так, у меня есть свободный слот. Свободный слот. Ну, к примеру. Давай протестим. Так он берет тележку, ставит, а? Что там творится? Посмотри. Давай, 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 сбоку, сбоку заходи. Так, башня бомбит, отлично. Так, у нас бонус, не забывай, бонус действует. Опа. Слушай, по-моему, здесь победа. Как только мы на их территорию встаем, все, начинается вот это вот. Раскисня. Ну, им крышка.
Слушай, я чувствую преимущество именно на нашей территории. Так, наверное, мы с тобой пока и оставим. Вроде бы рулит. Блин. Он с этой, со своей тележкой. Ну-ка, бу-бух. Ё-моё, что там происходит, я не могу понять. Кто там у него? А, это смерть? Подожди, а что это у меня так с отрядами, это все кисло? Чё за дела? Ах ты, гадёныш, ребята, у него же этот... Как её там звали-то? Она всех павших бойцов в скелетов превратила. Вон, а не видишь? Может быть, нам тоже взять с тобой такую, а? Так, погоди. Это что тут у нас такое? Так, встан. Вступает. Так, кактус Джек покинул. Клан. Не, пожертвовать-то нечего. У меня самого по одной карте всего этого. Так, погоди-ка, я куда зашел-то? Выход отсюда. Просто обычный бой давай. Армия. Так, убираем этих. Хотя их прокачать можно было бы. У них карточек-то видел сколько. Если мы с тобой берем еще вот один из таких отрядов. Блин, у них... Что за артефакт стоит? Эффект всех состояний ослаблений на 95%. То есть им пофиг на ослабление. Три, она занимает три, ребята, слота. Может быть, собак еще убрать? И вот так вот взять. Я шиш его знает, что из этого получится. Но проверим. Так, за рекламу? Да. Ну, малая повозка 10 ранга. Изумруд. Деньги. Бомбот и рыцари. Что-то как-то не особо хорошая награда на самом деле. Они внизу. Короче, ребята, эти призраки. Во-во-во, ты посмотри, что она делает. Ты глянь, что он. Пипец, ее уничтожили с лица земли. И во всем виноваты вот эти вот лучники. Смотри, они строчат как обезумевшие. Мои так не стреляют, как у него. Блин, нет, вот рыцарь смерти, ну так ее назовем, да, вот эту повелительницу смерти. Она, конечно, крутая, но ее слишком быстро подбили лучше. Почему они строчат? Ты посмотри. Просто засыпают меня стрелами. Просто засыпают меня стрелами. У меня такой атаки нету офигенной. Так, давай посмотрим, что у нас тут получится. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот смотри. Все, ее уничтожили. Блин, это слишком маленький уровень. Слишком маленький и слабенький. Чё такое? Блин. Вот убрал отряды скоростные, и все, и нас тут с тобой прописывают по полной программе. Посмотри, как мои лучники стреляют. Как штаны наложившие. Да-да-да, как штаны наложившие. По-другому здесь не скажешь. Короче, убираем эту девчулю. Она хороша, но не сейчас. Не в данный момент. Она сейчас вот неэффективна вообще нисколько. И вот эти вот тоже почему-то, ребята, очень слабые. Так, пауков я пока ставить не хочу. А что у нас здесь? Почему у меня только один отряд? Ну-ка, давай еще один поставим с тобой отрядик. На этих молоткометателей. Можно взять еще мага заморозки. И остается у нас... Песики. Ну, поставим песиков давай, наверное, еще, да, сюда. Ну что, потестимся, поехали. Все как-то скооперировал, где-то все позади. Да куда вы... Вон они, эти два хламона. А, он здесь один. Слушай, ну тут, блин, только не грибы, только не в грибы.
Твою дивизию сейчас будут... А, им по барабану, ребята, на грибы найти. Они же не могут превращаться в чумных. Они сами чума. Тогда все. Тут выиграли мы. Замечательно. Ну, двигаемся. Двигаемся неплохо, ребята. 850 накоплим. Это у нас дополнительная, как бы, манна, или как ее назвать, даже не знаю. Вот это плохо. Хотя башня. Ну, жестко. Опять этот охламон. Ну, скелеты на своей, блин, на своей территории ничего не могу сделать. Вот этого уничтожьте. А все, уже поздно, ребят. Или не поздно? Поздно или не поздно? Скажи-ка мне на милость. Есть. На соплях. Ну ты сам прекрасно видел, да? На соплях выигрываем, друзья мои. Чисто какой-то... Ох, а это кто такие? Это кто такие, ребят? Я понял. И плюс тут еще этот, богиня смерти. Она еще и под защитой, ребята. Есть, мы ее сбили. Вот тут, посмотри, что творится. Надо сюда, блин, стрелять. Слушай, мы их замедлили. Все, у них шансов нету здесь вырваться. Плюс заморозили еще. Ну и, в принципе, и все. Как-то так. Запинали здесь, конечно, мы лихо их. Так, 256 голды скоро у нас будет. Плюс 410 уже, да? Слушай, на... Так, давай за рекламу, пожалуйста, плиз, за рекламу, ну плиз. Нет. Призывающий бурю за 500 рублей, спасибо большое. Я перебьюсь. Ё-моё. Это что еще за чудище-то было такое? Слушай, ну мне кажется, это он зря погорячился. Смотри, что у нас тут происходит. А что у нас происходит? Да, в принципе, все неплохо даже. Этот сейчас иссякнет. Все. Расписали как по нотам. Двигаемся дальше, друзья мои. Ну, нет смысла пока что-то менять, ведь согласись, пока идет все хорошо, все красиво. Песики, песики, песики. Давайте наказывайте их. Они замедлены, плюс они на нашей территории. Вот единственное, кто меня бесит, это вот та вот чувиха, которая вешает ауру. Это, конечно, жестко. С этой аурой долбанной мы не можем пробить. Хоть она, конечно, и заканчивается со временем. Но когда ты ее пробьешь, все, сдулись мы. Капельку буквально хватило, а? И вот в этих вот моментах, знаешь, кто хорошо рулит? Именно катапульта. Они стоят, а она бьет по тем противникам, которые стоят на месте. Видишь, опять щит свой поставили вшивый. И вот теперь начинается вот эта вот возня, блин. Так, а у него еще и этот рыцарь. Мне остались только лишь лучнички, блин, здесь. Ну давай, 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 богатырь, ну. Все, ушатали. Слушай, можно победить, в принципе. Да. Фью. Так, а у нас дополнительная... Энергия закончилась, да, получается, с тобой? Жаль, очень жаль. Заморозка? Пу-бу, отряд зомби просто уничтожили. Копеечки на копеечки. На тебе, сейчас заморозку звезданет. Сработает ведь так? Опять здесь эта аура стоит, блин, смотри, видишь? Вот ж, как же меня раздражает, а? Так, ну на своей территории мы пока стоим, у нас идет офигенный бонус. Ты-бич. Ты-бич. Откинули ее к ядрене фени. Расстреляли этих эльфов. Слушай, давай, давай, давай. Все.
прожамкали. Так, 850 нам нужно с тобой, чтобы получить золотишко. Ну что, рулим дальше. Подожди, а как ассасины сразу появились? Прикинь, ассасины сразу вынесли мне эту... Скажи, я скажу. Башню. Слушай, у него что тут за отряд? Он всех вырезал мне, эй! Что такое было? Посмотри. Зашибись, ребята. Сразу как появились, они мне вынесли башню. Это какого уровня прокачки? Я вот не могу даже посмотреть. Успеть посмотреть, какого уровня они. Тьфу. Слушай, дай-ка я возьму, наверное, катапульту. Я возьму сейчас катапульту. Мне нужно освободить 3 ячейки. Вот так вот. А катапульта у меня, наверное, слабенькая, да? Первый уровень. Сколько она вообще наносит урона? Можно глянуть? 123. Ладно, один бой проверим, что он из себя представляет. Погнали. Защищайте, блин, катапульту мою. Я Ты понял, почему я засмеялся? Катапульта ударила, ребята, эти собаки перепрыгнули сюда через зомбарей и, естественно, рванули на катапульту. Поэтому эту катапульту к ядре не фени. Вот так вот мы ее убираем. Так, деда-заморозчика. Так, у меня есть, что я паникую. Вот этих вот сюда же ставим. Так, и 2 ячейки. А что если... Что если я сделаю... Блин, ну это фигня, да? Фигня. Может быть, голема вот сюда вот влепить. Давай так проверим. Пускай он будет здесь. Ура! Такая в битву! Оу, здесь это... Все, не успела она здесь... наплодить свою армию. Вот этот вот раздражает меня. А мы его сейчас разорвем, по-моему. Сдулся, чувачок. Так, Франкенштейн, может, хорош тут уже буянить? Давай, давай, големчики его, наказывайте. Так. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Да, блин, вы серьезно, что ли? Тут кто кого передамажит? Прикинь, один остался алхимик, и он справился здесь. Одинокий воин. О, моя бомбочка побежит мимо. А моя бомбочка пролетела здесь. Так, у него тоже вон там, ребят, голем бежит, шуршит. А кто у него здесь? Ага, понял. Блин, да его голем тут сейчас мне всех разнесет. Есть, справились, наконец-то. А что у него такой богатырь-то крепкий аж до офигения, ребята. Давай, 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 давай. Ну, друзья мои. Победим или нет? Победим. Фу. Опять алхимики остались в живых только. Только они выживают здесь. Что за письмо здесь такое? Новости. Новый юнит паладин. Последний сезон, 1 неделя назад. Но сезон уже закончился, да? Так, вот это весело будет. Тут, конечно, блин. У него катапульта. Друзья мои, у него катапульта. Ты говоришь, минус лучник. Нет, ее хорошо брать, когда она прокачана. У меня в данный момент эта катапульта вообще фуфляндия полная, поэтому ее даже нет смысла брать. Все, сфейлились. Плюс еще, видишь, он здесь поставил защитников. Если бы у меня, вот, например, здесь бы были бы ассасины, они бы здесь наказали бы. И катапульту, и вот эту чувырлу, которая там стоит, прикрывает вшивую катапульту. То есть там было бы все пучком.
Ну и еще раз повторяю, на нашей территории нам лучше драться. Смотри, у него заморозчик и алхимик прикрывается вот этой вот опять же магичкой. Почему мои алхимики стоят в разнобойку? У него все вместе, а мои как будто бы это два разных отряда. Я не пойму вот этого. Они здесь победили, мы должны победить. Че, вы издеваетесь, что ли, блин? Ты прикинь? А, нет, все нормально, все нормально. А кто? У него лучница там стояла. Ё-моё, я ее не увидел, прикинь. Ой, барана, а. Я не увидел лучницы, серьезно тебе говорю. Так, в атаку. Вон они, две лучницы эти вшивые. Вон они стоят издалека, видишь, бомбят. Так. А голем-то у них знатно так получает. А у меня от армии нифига не осталось, да? Один только голем стоит здесь. Все, его сейчас разберут. Нет, голем все-таки слабый у меня. Его надо, ребята, убирать. Голем слабенький. Мы его меняем. Подожди, можно его прокачать? А, 600. 600 монет нужно. Хорошо. А если мы с тобой возьмем клинки, к примеру, и вместе с ним возьмем наших ассасинов. Так, где они? Вот они. Вот так вот. Будет ли от этого толк? Сейчас проверим. Бежит, бежит, бегут сзади, вон, смотри. Начинает вырезать. Вырезали, блин, называется. Вот у них ассасин вырезает, блин, мои отряды. Смотри, и никто на них даже не смотрит, ребят. А где дед-то у меня заморозка, я не пойму, его всему... А, его уже убила ассасинка, точно. И это все на моей территории происходит, да? Трындец. Фиаско, естественно, блин, фиаско. Фуфлыжницы ассасинки меня подвели здесь. Быстро их вообще раскручили. Третий уровень, четвертый, ну, не хочу. Не хочу их ставить, я возьму, наверное, лучше собачек. У нас два отряда на силу атаки, да? И еще есть, одна. Ну, например, поставим. А где у меня заморозка, я не пойму. А, вон он стоит, все, на месте, ребят, я уже потерял его. Грибочек этот, да, ну, грибочек. Вот что возьмем. Вот так вот. Рискнем. Бежит, не добежал, к сожалению. Ну, собаки там неплохо, кстати. Погрызли ему отрядик, я тебе хочу сказать. Опа, опа, опа. Вот они, эти хламоны. Слушай, а что у нас? У нас лучников, что ли, мало так? Я не понял, я... Что происходит, блин? А, этот говнюк отталкивает, когда стреляет, бомбит лучом, да? Понял. Я-то это понял, но я не понял нового, почему у нас так быстро сейчас бомбят. Я не могу получить допочки. Понятно. У нас лучников отряд вообще маленький. Какой вот этот отсутствует, да, здесь? Пускай здесь находится. А богатыря мы с тобой перенесем вот сюда. Перенесли, да? Стрелки, стрелки, собачки. Все вроде бы. Вот приходится так, ребята, мурыжиться теперь. Нахрапом не взять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, собачки мои. Истребили их. Видишь, что делает ассасинка? Просто вырезала пол отряда моих лукарей. Вот и все. И, кстати, я здесь не вижу, где у меня этот. Где мой богатырь? Его тоже уничтожили уже, да? Давным-давно получается. И алхимиков нету здесь. Да. Да фиаско, фиаско. Что, я не вижу, что ли?
Лучников, наплодил себе говнюк. Говнюк лучников, целую орду. Вон, смотри, ассасины что делают. Вон они. Почему они у него так долго не видят? Мои так лично сразу просвечиваются и сразу их начинают уничтожать. Моих ассасинов. А у него они в невидимости бегают. Слушай, может быть, у него какой-то артефакт есть на невидимости, а? Смотри, ты видел, что, сколько отнимает здоровье? Это говорит только об одном, что алхимики у него прокачаны офигенно. А мои, как всегда, стоят, да? Тупят. Бесит. Бесит, я уже какой бой подряд проигрываю. Надо что-то менять, что-то надо изменить, друзья мои. Один отряд собак я в любом случае оставлю. Дед Заморозка. Богатырь, ну богатыря оставим, да? Уберем, наверное, вот этих вот. Поставим. Давай их сюда поставим. Посмотрим. Ой, а, ну этих я видел. Вот где мои сосинки? Вот какого хрена они побежали-то обратно, я не пойму. Вот объясни мне. Да я вообще не врубусь. Взяли, развернулись и побежали обратно. Хотя должны были оказаться вон там. Вот что они вытворяют? И копеечки у него там офигенные, прокачанные, да? И голем сейчас, который будет делиться на 75 кусков, блин. Все, поделился и пошел давить. Не, ребят, тут неимоверно идет прокачка у противника. Не могу, все, вот остановился на этом. Как на тупике, и все. Еще раз поехали. Ассасинки тупят вообще по черноку. Они должны идти сзади отрядов. Ну-ка посмотрим еще. Где они? Да, с такой атакой, которую они наносят. Я тебя умоляю. Так, тут заморозка, тут. Ну, скелеты эти несчастные. Естественно, друзья мои, все это прикрывается, как обычно. Ты видишь? Все это прикрыто, блин. Сшито черными нитками, блин. И в итоге... В итоге у них лучник, да, вот этот, который меня бомбанет. Я уже не знаю, что делать. Вот серьезно тебе говорю, я не знаю, что здесь делать. 600. Так, ладно, где у нас обменный пункт? Давай менять гемы. Что-то я не понял, почему артефакт? Почему артефакт-то не стоит здесь? Зашибись. Мы без артефакта, что ли, играли? Так, обменный пункт. Камни силы. Почему я не могу вот эти вот камни использовать? Снижает скорость перемещения на 50%. Исчезнет через 10 часов. Почему он не активируется? Исчезнет через... Что это за временные камни, вообще не пойму. Рейдовые эликсиры. Через... Они что, временные, что ли? Так, мне нужен обменный пункт. Пожалуйста, дайте мне обменять ресурсы, точнее гемы, на деньги. Вот, меняем. Блин, ты только для того, чтобы, ребята, прокачать своих бойцов. Не думай. Так, начинаем. Алхимики не прокачиваются. Тут нам показывают, кто у нас может прокачаться. Ты что ли можешь? 1100. Давай, фиг с тобой. 5-го уровня.
Хотя на самом деле лучше бы надо было взять нам, наверное, с тобой вот отряд какой-нибудь здесь и новый. Недостаточно. А, недостаточно. Фрагменты же нужны еще, ну конечно же. Так, ассасины. Вы не оправдали мое доверие. Алхимики. Нет, не хочу. Сколько она? Она две, да? Две. Если я вот так вот поставлю. Ассасинов убрал, поставил защитницу. Ну, мне кажется, что это... Блин, сейчас это еще повернется. А знаешь, что я не вижу? Я куда? Я вышку-то куда потратил или что ли? Точнее, убрал. Зомби, вы куда идете? Вообще, зомбарей надо ставить по прямой, ребят. Фига ты плешивый. Ну вот смотри, вот где здесь логика, ребята? Вот ставлю нормальную армию, и все равно уничтожили мне моего вот этого вот... Как его звать-то, блин? Ну ты понял, да? Так, ну-ка иди сюда. Будешь у меня за этим присматривать. Вот так вот. А, мы ее можем еще прокачать даже. Прокачать и... Ну-ка, артефакт на месте хоть? Артефакт на месте. В лавку. А, вот они продаются, ребята, эти гемы. Сколько он там дает нам? Он получает на 15-25% меньше урона. Следующая прокачка дает на 15,5% меньше урона на своей территории. Как-то так. Я просто хочу получить элементарно, ребята, следующий не левел, а как называется-то? Ну, ты понял, да? Ну, и кто, вот кто мне оставил так мало лучников? Эй, ребят, ну это, ну, как это называется, а? Как это называется? Ну ты посмотри, мне нужно 850, и все, и я успокоился бы. Они мне не дают. Тактика работала и вдруг перестала работать. Вообще ни с того, ни с сего причем. Просто по непонятным мне причинам она перестала, ребята, работать. Голем тут вшивый вышел. Лучники, как вы медленно стреляете. Да что ж с вами не так, а? Какая вам нужна здесь прокачка, а? Вот объясни мне. Чтобы вы стреляли по человеку. Смотри, они как стреляют у него. Так, заморозчика уничтожили. Так, ну неужели? Неужели мы здесь победим? Аллилуйя, ребята. Все, все, 850. Я хоть что-нибудь получил? Да, 256 монет. Так, премиальные ключи портала. И все? И это все, что я заслужил? Да, скудненько, конечно. Так, вот это что он мне показывает? Что у меня есть что? Тут-то что только? Я не вижу. Чтобы я что-то... А, вот здесь вот. Бесплатная повозка. Ну давай, порадуй папочку. Так, метатель молотов. И все? Все на этом, да? Получил, блин, метатель молотов. И хорош, сказали. Здесь, блин, босса нету. Бомбануть никого не могу. Так, здесь победите в боях, победите в боях. С помощью катапульты. Да, деньги, конечно, пригодились бы. Ладно, друзья мои, давайте закругляться. Что-то, ну, как-то жестко пошло. Вот, вот серьезно тебе говорю, прям вот невозможно. Ну, поверь и согласись со мной, что все-таки здесь рулит именно... Друзья мои, прокачка персонажей. Если, извини меня, у меня вот идет вшивики всего лишь 4 уровня, да? А у него 6-го. То есть уже идет офигенное преимущество.
Несмотря на то, что у меня, ребята, извини меня, 25% двойной урон при атаке. Я не знаю, есть ли тут какие-то еще скорости атаки. Вот это вот, для кого вот это вот? Удар грома. Шанс нанести двойной урон при атаке и сильно толкнуть цель. Для кого это нужно? Непонятно, но они, эти камни, исчезают. Есть у них, ребята, способность исчезать. То есть не активировал, то через 9 часов их больше здесь не будет. Я считаю, что это как бы несправедливо, что артефакты даются на время. Ну, это нечестно. Ну все, друзья мои. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.